Через месяц-два в Украине должен заработать обновленный Верховный суд. Сегодня президент подписал изменения в законопроект, который регулирует его работу. На заседании Совета по вопросам судебной реформы Петр Порошенко заявил, он надеется, что уже через несколько недель будут избраны члены нового Верховного суда. Кроме того, глава государства обратился к народным депутатам с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть изменения в законодательство в части судебной власти. Ключове, чого я очікую, це довіру. Довіру до нового Верховного суду. Відновлення довіри до судової гілки влади. Ми говоримо про країну, де має панувати верховенство права.